Друзья, уже завтра, в субботу, 15 апреля, у нас в Екатеринбурге, в столице Урала, пройдет 6-й детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы Мастера». Так вот, кто же организует это дело и кто за этим будет следить, они сегодня у нас в гостях. Это Игорь Дубяга, организатор конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы Мастера», и Людмила Будрина, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства музея ИЗО. Доброе утро! Доброе утро! Очень приятно, что каждый день в преддверии этого фестиваля, конкурса, мы с вами встречаемся в нашей студии и рассказываем, чем в этом году вас удивляют участники. Участники удивляют, как всегда, разнообразием работы и удивительным для столь юного возраста мастерством и совершенством исполнения. То есть где-то у нас в генах уральских, да, вот эта любовь к камню и любовь работы по камню. Но с какого возраста начинают это делать? В этом году самому молодому участнику 9 лет. Это где у нас учат 9-летних вырезать по камню, мне интересно? Это в Тагиле. Ух ты! Да. Расскажите, работы какого возраста детей и участников вы принесли к нам в студию? Ну, на самом деле у нас три категории участников. Первая – это школьники, вторая – это учащиеся среди специальных учебных заведений, либо колледжей, и третья – это учащиеся вузов. Вот, собственно говоря, здесь представлены работы всех трех категорий. То есть тут есть работы школьников, вот эта вот вещь представлена, это учащиеся колледжа, и более сложные работы, вот ювелирные, это представлены учащиеся вузов. Поэтому более 180 работ представлено на этом конкурсе, поэтому есть на что поглядеть и чему удивиться. Откуда, из каких регионов присылали эти работы? Основные регионы, это, конечно, регионы уральские, в первую очередь Свердловская область, Челябинская, Пермский край. Это основные ставки. Ну, все равно наши все уральцы. Ну, никуда не денешься, да? А кто с камнем будет работать? Ну, богата талантами земля Урала. Конечно, в крови. Ну, а судей тогда кто будет? Расскажите нам. У нас традиционный состав жюри. Уже 6-й раз мы будем собираться. Это, конечно, очень радует. Мы приглашаем специалистов, камнерезов, ювелиров. У нас есть представители педагогической элиты, преподаватели, которые работают с ювелирами, камнерезами, теоретики, журналисты, организаторы конкурса. Но если есть судьи, значит, есть какая-то система присуждения, да, система работы и голосования. Как можно, я не знаю, как можно судить? Вот. Что оцениваете, да? Судить сложно, но мы очень рады, что в этом году, благодаря организаторам конкурса, появился вот такой каталог за 5 предыдущих лет. Сюда собраны те работы, которые были награждены. Вы мне позволите? И отмечены призами за прошедшие 5 лет. Так что к следующему пятилетию мы будем смотреть что-то. Посмотрите, какая красота! Я искренне горжусь, что я живу и работаю на Урале, где обращаю ваше внимание, что это работы наследников Данилы Мастера. Друзья мои, это не то, чтобы это там седой ювелир с 50-летним стажем работы, да? Это молодежь. А правда, что работы могут оценить не только компетентное жюри, но и, собственно, наши зрители? Вот, по большому счету, наш посыл сегодняшний – это пригласить всех и гостей, и жителей нашего города для того, чтобы оценить сердцем и выбрать одну из работ, которая наиболее вам понравится, проголосовать за нее. И по итогам конкурса 3 июня мы подведем официальные итоги и наградим этого победителя отдельным призом. И это один из самых желанных призов для участников конкурса, потому что люди голосуют сердцем, а не умом, скажем так. Да, не с профессиональной, собственно, точки зрения. Да, совершенно верно. А где голосовать? Это на сайте голос оставляют или непосредственно в музее? Надо прийти на выставку в музей. У нас стоит специальный ящик для голосования, подготовленный бюллетени, куда можно вписать не только что понравилось, но и объяснить, почему вы сделали тот или иной выбор. И, конечно, тем, кто побеждает, всегда очень интересно посмотреть, что именно привлекло в их работе. А я вот сейчас смотрю не на работу, я сейчас смотрю на тот ареал, который, да, окружает. Екатеринбургская школа-интернат, детская школа искусств, потом художественное училище имени Шадра. Это же сколько пластов вы объединяете молодых дарований? Мы стараемся собрать всех, кто тем или иным образом связан с этим делом. И дело в том, что это площадка, на которой возможно оценить не только свои возможности, но и сравнить
то, что ты делаешь, с тем, что делают твои друзья, товарищи, потому что все равно возраст где-то сопоставим. Ну, конечно. И более того, для молодых ребят это возможность поглядеть, куда можно двигаться дальше вверх, увидеть работы старшего поколения и возможность выбрать для себя будущую профессию. А сколько всего участников? Около 100 участников. Много. Да. Работу почти 200. Так что есть из чего повыбирать. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, с какого момента можно прийти в музей изобразительного искусства на Воеводина, чтобы и до какого момента продлится выставка. Завтра в час состоится открытие выставки, и выставка будет работать до 4 июня. Но если вы хотите проголосовать, надо успеть отдать свой голос до конца дня 2 июня, так чтобы 3-го выбранный вами конкурсант смог получить приз зрительских симпатий. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы с вами пойдем обязательно и полюбуемся на работы наших маленьких Данил-мастеров. У нас в гостях были организаторы конкурса 6-го детско-юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства. Наследники Данилы-мастера – это Игорь Дубяга, спасибо вам огромное, и Людмила Бордина. Бодрина, простите, пожалуйста. Ну, а мы продолжаем. Ну, пора нам, Соня, вместе с телезрителями сделать зарядку. Нам ее покажут с вами бойцы ММА. Давайте попробуем.